Безопасность пассажиров превыше всего. Сотрудники ГИБДД начали проверку городских такси. На что в первую очередь необходимо обращать внимание и что требовать от водителя, мы спросили у начальника отделения технического надзора ГИБДД по городу-курорту Анапа. На сегодняшний день проводится оперативно-профилактическая операция такси на территории муниципального образования город-курорт Анапа. Значит, цели и задачи данной операции – это выявление пресечения административных правонарушений, совершаемых водителями легковых таксомоторов. Значит, особое внимание будет уделяться оказанию качества услуг водителями легкового таксомотора, то есть это прохождение водителям предрейсового медицинского осмотра, после рейсового медицинского осмотра, транспортное средство, тоже прохождение предрейсового технического контроля. Значит, также внимание будет уделяться на легальность осуществления данного вида деятельности, потому что данный вид деятельности является лицензируемым видом деятельности. Легальное такси вы можете сами увидеть, пожалуйста, это будет нанесено на автомобиль, должен быть светлого цвета. Значит, на нем должны быть опознавательная светографическая схема, то есть, ну, шашечки, наверное, там какие-то на дверях, на крыльях автомобиля, плюс опознавательный фонарь легкового такси оранжевого цвета.